Смотрите на этой неделе. Можно ли рожать женщине с пороком сердца? Есть пороки, которые можно прооперировать до планируемой беременности. Это, конечно, идеальный вариант. Стратегия минимального риска при сложной беременности. Тщательный контроль за нарушениями ритма. И, естественно, тщательный ультразвуковой контроль работы сердца. Какие анализы надо сдавать гипертонику? Прежде всего, необходимо исключить заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, почек. На самом ли деле в морской капусте есть йод? Как бы ты ее ни высушил, ни заморозил, все витамины, все минералы, все вещества полезные в ней сохраняются. Ток-шоу «Здоровье» в субботу на «Беларусь-1».